Орлик, орлик интересуется. В гости ломится к кому-то. Интересно, дитю. Вот, папа сейчас сделает вам вольер. Я вас переселю в вагончик к Димке. Димке, да? И Даринке. И будет у вас такой детский вагончик. Они, правда, чуть постарше. Что такое там у вас? Мира! 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 Я тебя сейчас поругаю. Мира, это что такое? Ты за что на Коко напала, а? Мира, бессовестная. Ты зачем обижаешь Коко? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Бессовестная такая. И дышит такая разозленная. Мирусь. Бессовестная. Все, обиделась. Ой. Маргоша. Маргошка, динозаврик мой. Моя сладкая. Надо же. И мраморная, и трехцветная. Всяко разная. Зырная коска. Красавица. Раньше была предводительница всех. Соберет всех. Идет впереди, идут свиньей. Она впереди, все котята остальные. Ну, она была, ну, чуть-чуть, может, на месяц где-то постарше всей остальной кучки. Эти котята, она впереди, а за ней вот прямо вот точно свиньей идут все остальные. И они этим клином врезались в любой коллектив. Предводительница была, пока толстая не стала. Пока не стерилизовали, не выросла. Вот стерилизация вот так на ней сказалась тяжело. Немного она кушает, ничего, так как-то. Да, о, Надюшка. Надюшечка, привет, Надюш. Я про тебя уже рассказывала, моя девочка. Да, Маргоша, да. Да, моя сладкая, да, моя сладкая. Ну, ладно, мама пошла. Мама пошла работать. А вы оставайтесь. Маме надо еще укольчики поставить, кому надо, да? Намазать кого где надо. Туалеты убрать у кого надо. Все, пока, Зинулечка. Ой, Люлю, похоже, в гости собралась. Люлю пошла в гости. Посмотрим. Оглядывается, боится. Все-таки не свой вагончик, боится. Люлюшечка сейчас пока все смотрит, обнюхает. Что сможет узреть. Ну, не будем ей мешать, пойдем.